Караганде табун лошадей регулярно пасется возле жилых домов. Жители пятиэтажек на улицах Мирной и Библиотечной, расположенных в районе ЖБИ, страдают от того, что возле их домов разгуливает скот. Горожане борются с проблемой уже давно. В прошлом году помимо лошадей возле домов паслись и овцы, и бараны. Что самое досадное, с ними был пастух. Пастух с ними был. Я говорила ему замечание, что степи много. Почему вот именно во дворах, где дети гуляют, вот это вот, ну, гадят же они. Ну, на то, что он посмеялся, и все. Больше ничего. А вот сейчас они вообще без пастухов гуляют. То есть сказать некому ничего. Данной проблеме, как говорят люди, не один год. И раньше дворы жилых домов по чьей-то воле становились пастбищами. Постоянно возле домов гуляет скот. В прошлом году, помимо лошадей, были здесь и овцы, и бараны. С ними был пастух, который игнорировал возмущения и вопросы жильцов. Сейчас же животные приходят сюда уже без пастухов. Ну, в том году было несколько раз, в этом году тоже как бы... Было, наверное, вот раза 3-4 точно было, потому что они ходят везде, абсолютно. Как бы я сама боюсь лошадей. Мы старались вот с ребенком обходить стороной их подальше, потому что, ну, все равно, это животное. Мало ли что, как бы, ну, я считаю, что хотя бы они должны быть под присмотром, чтобы хоть кто-то за ними следил. Но никого, здесь также и собаки, ну, могут, собака какая-нибудь напугать, он понесся этот конь, ничего, куда от него бежать. Кроме этого, жители считают, что животные представляют потенциальную угрозу для безопасности людей. А также они нарушают чистоту в жилом дворе, испражняясь прямо на асфальт. Кому принадлежит скот, неизвестно. Но есть предположение, что владельцами скота могут быть люди, проживающие в частном секторе, неподалеку от жилых домов. Их просто, видимо, утром выпускают, они гуляют сами здесь. Все. Их никто не гоняет. Они даже могут и тут рядом стоять, возле магазина, когда жарко. А детей рядом не бывает? Ну, так как бы нет, но вчера вроде кто-то говорил, что вроде за... Или ребенок пнул лошадь, или что, но лошадь за ним пошла как бы. Но я не знаю, там как бы, те на работе. Просто мне зашли, сказали. Как утверждают горожане, ситуация приносит им одни неудобства. За лошадьми никто не убирает, так как в доме нет КСК. В акимате Караганды пообещали разобраться в ситуации после официального обращения жителей. Асель Сазамбаева, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.